правда. Так, 17-й. До знака стоп. 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 Стоп, стоп, стоп. Есть песня такая. Слушай. Канташки побегаю, может кто-нибудь собьет. Есть печка. Я понял, 52-й печаль, где знак остал. Диспетчер. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. 46-й, кабину управления сменил, готов к отъезду с выкрепленных в 18-м с Чикасской площади на 3-й станционный. Это вас понял? Понятно, маршрут готов. Первая стрелка по плюсу, красные колпачки надеты. На 3 станционный заезжайте, далее останавливайте тормозный состав. Ты почему реверс под красным? Пешер помпа, не парится. Опять будем помпа? Выдрать его надо нахуй. Нахуй вообще составим уже там. Вы готовы делать? Так, у кого-то что-то на тормозах. Поставить резиночку, блядь. Охуенно у вас. Кто-то ЭПВ не открыл. Да не-не-не, у кого-то запчет. Мне интересно. Доедет. Будьте готовы доложить. Мы по МХК в школе будем вообще проходить. Это маркокран ПВ откройте. Метро, там декор, вот это все. 17-й, вас бросьте в пересерки. Чтобы отпустить состав тормозов. Поменяйте номер. Который в принципе не является декором. Ой, еще утечка, блин. Нет, пусть закроет разом. Да, ребят, закроем. У Светпора МП-8. Запрещающим показать. Кстати, отправляйтесь. Помнишь, когда я вас швырял в тоннель метро-то? Вот провода вообще... Ты ж машинист, а самолиния это ж уже получается в твоей компетенции, да? Потому что я с депо могу отправить, но на линию только ты, по-моему. А, ну... Да, на линию уже тогда. Вообще, блокпост только до светофора Е1 управляет. Нет, там просто не мой куда Ёлкалабаны. Так, было 18-й маршрут, срываем с помпу АВА. Чего у него? Подожди, так, сейчас приказ выйдет. Так, ожидайте. Да. Сейчас давайте помогу код. Так это же, по-моему, этот, с которым он сцеплялся, который сгорел. Просто ему никто не разрешил на проследование запрещающего и на срыв УАВА. Нет! От дерева ОВА опускаем вниз. Отлично. И следуем. У меня такой вопрос, диспетчера. Почему вы не выдали ему приказ на проследование запрещающего сигнала? Он пломбу с ОВА забыл содрать, потому что он сейчас как неисправный состав. Или ты ему не дал просто? Во-первых, ты ему не дал. Это во-первых. Во-вторых, при чем здесь ОВА? Он проехал запрещающий сигнал до ОАВы. Так, поможем человеку. Все, ждать 52. Сталгрей, насколько я понимаю, проезжает промежуточный вагон, а не головной. От головного сюда. Промежуточный головной вагон с головой. Он был сначала должен был выдать разрешение на срыв пломбы с УАВы и только потом уже проезжать сигнал. А он до этого. Да, готов. Понятно. Помогите 18-му снять состав с тормозов. Останавливаем контакт УАВА. Так, да, тормозов нет. Отлично. Дежурный раз. Да я просто здесь отвлекли чуть-чуть, и поэтому я не слышал, извините. Слушаю, 14. Блядь, да неужели лед тронулся? Там все стоит в оборотнике. Слушаю. 11 маршрут оборот. Сразу видишь? Ожидайте. Говори. Говорите или ожидайте? Оборот станции. Кошка готов. Ой, блядь, трон.
хотите прикол? У 18-го с правой стороны дверь открыта, и он едет. Снимаем на. Людей типа там нету. Людей я типа высадил. Серьезно, нельзя было просто высадить. Не, ну я понял, что он выстрелил на дверь, и что мешало закрыть? Ну его толкали, он сгорел, он там, по-моему, это вообще все выстрелил. А, про дверь-то я, кстати, да, забыл, сейчас закрою. А, дверь я забыл. Стой, 11, блин, поздно. Блин, я могу закрыть, у меня... Я закрыть не смогу, реверс нужно мне переводить. Будет чего. Во-первых, а во-вторых, у него еще батарея. Че ты паришься, блядь? Да. Так нужно было изначально это сделать, какая разница? Нет, причем здесь сейчас отключен, но нет. Понятно, стой. Ну, слоны заехали. Там? Я говорю... Втроем, можно подумать? Ребят, при чем здесь сейчас он может или не может? Нужно было до этого сделать. Молодые люди, которые слепились. Да. Почему концевики между кабинами не открыты? Вам Вен говорил, наверное. Про это. Я не знаю, я за сцепку не отвечаю. Я просто сижу в кабине, мне приказов никаких не выдавали. Ты, во-первых, отвечаешь. Ну подождите, во-первых, мы состав, блядь, горит, нахуй его знает, что у него с магистралями творится, поэтому магистрали, в принципе, открывать. Мои а вопрос, а какой магистраль имеет отношение к электрике? Нет, он, наверное, имеет в виду то, что она расплавилась, там, типа, порвалась от огня и все такое. Да-да-да, мало ли добраться. Поэтому в целях... Внимание, всем составам, перегон, Строгино, Черкасская почта открыт, состав, график движения, тьфу, вводим движение в график. А по-моему, если не ошибаюсь... Сейчас, так, почему я не могу личику отправлять на этом серваке? Так, чтобы ни одного так отправлять. Они выдерживали большую температуру, короче, сами вот эти трубы. Да, я не могу отправить. Путь какой? 14-й. 11-й, почему ты поехал без разрешения? Так если бы здесь состав полыхал в разные стороны, там бы они бы сцеплялись вообще. Блин, я уже пошел. Чтоб второй состав. Так, этот. Они дежурный. Ой, дежурный по депо. В никуда. Диспетчер дежурного по депо отвечает. Слушаю. Разрешите отправить 52-й на Лесопарково. Да запрещающий мы его отправляем. А, ну, кстати, есть, можно Путин, ты сейчас, если проект? Это, ну, 100% выиграет в этого выбора, ну, и на станцию в сторону Лесопаркова. Подержите его еще. Хорошо, 52 ожидайте. Гусь, все ты можешь.